Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам на прививку. Присаживайтесь. Коронавирусной инфекцией Сергей Колпащиков не болел, но коллеги по правовому отделу начали прививаться, и он также отправился за первым компонентом. Сначала прошел осмотр у терапевта, откуда получил направление в процедурный кабинет. Отлично. Сотрудники УМВД в группе риска. Они часто контактируют с людьми, поэтому шанс подхватить инфекцию высок. Вот и Сергей, сотрудник правового отдела, тоже решил обезопасить и себя, и людей, с которыми он работает. Большое заболевание на такое время, что, наверное, необходимо уже сделать эту прививку, дабы защитить себя, своих близких. Ежедневно в Рязанскую медико-санитарную часть МВД России на вакцинацию приходит до 50 человек, в том числе и за вторым компонентом спутника. И это за более чем 3 месяца прививочной кампании. Безопасный укол здесь получают не только сотрудники управления Министерства внутренних дел, но и студенты, будущие полицейские, сотрудники Росгвардии, ФСИН и МЧС. Сотрудник у нас первым компонентом привелось 3800 пациентов, это около 60% от всего личного состава. Вторым компонентом порядка 2800, это порядка 50% личного состава. То есть иммунная прослойка у нас сформирована. Пока лучшие показатели у патрульно-постовой службы. 93% всех сотрудников привиты спутником ВИ. Из инспекторов ГИБДД вакцину себе сделал 81% персонала. Те, кто оберегает улицы, важность иммунизации доказывают ежедневно. Личным примером. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».